Давайте сначала определим. Я прочитал внимательно, конечно, это, и надеюсь, наши слушатели тоже прочитали внимательно это все. Сначала определим, с кем можно не общаться. Потому что первая реакция, до того, как я отвечу на ваш вопрос, это зачем эта беда нужна? Зачем это расстройство нервов и мыслей и всего общаться с такими людьми, которые вы назвали язвительный человек? Может быть, не будем общаться? Тогда нужно примерно прикинуть, где границы, с кем можно или нужно, или вынуждено, нужно не надо, а вынуждено, а с кем можно не общаться. Там понимаем, что есть группа людей, лиц, список такой, с которым вынужден общаться. Это внутри семьи могут быть такие люди. Это внутри расширенной семьи, может, двоюродные братья и так далее, племянники, дяди. И это коллеги по работе и по роду деятельности. Ты с ним должен общаться, ты с ним работаешь вместе. Это не то, что работает на этом предприятии. Он работает с тобой как коллега. Работаете над общим проектом. Зачастую даже в помещении. Может быть, не в одном помещении, но в одном коридоре, в одном этаже здания и так далее. Ты вынужден общаться. А он такой, что делать? Теперь же переходим к вашему вопросу. Прежде всего, вооружиться мыслью, что если это так, ты вынужден, а мы только этих, кого не вынужден, не надо общаться, но если ты вынужден. Значит, Всевышний послал его тебя, да, чтобы ты тренировал в себе что-то. Чтобы ты тренировался, тренировка. Что это за тренировка? Это самообладание. И умение понять человека, умение говорить с человеком. И когда ты понимаешь, что это для твоего блага, это уже легче. Это не значит, что нужно специально искать таких людей. Или если они есть, то увеличивать общение с ними. Нет. Мы определили, что с ними иногда приходится общаться. И нужно понимать, что когда будет такой неприятный контакт, это присылается нам для нашего блага. Так это уже легче будет. Хотя я понимаю, что тяжело принять. Мне легко говорить, вы скажете, а вы должны страдать. Нет, я сам с такими сталкивался. Теперь вооружиться фразами надо, и они очень вам помогут. Например, слушай, мне это неинтересно. Или вот так, как ты говоришь, это некрасиво. Ты же хочешь, наверное, быть человеком достойным, зачем ты так некрасиво говоришь? Или это интеллигентный человек, ты же хочешь быть интеллигентным человеком, так не говори. Неудобно. Это не к лицу к тебе. И так далее, и так далее. Вот этот вот список, их нужно увеличить. Я же не все слова говорю. Уже помогает дистанцию поставить. Но наша цель в разговоре с таким человеком, вынужденном разговоре, повторяю, мы не хотим, но приходится, это поднять уровень, поднять планку. Там, наверху, выше, уже его сила слабее. Я дам пример. Можно ему сказать, слушай, в нашей традиции я еврей. А у нас, у евреев, в нашей традиции так не принято разговаривать. Ну, можно говорить все, что угодно про евреев и традиции. Если он будет антисемитские речи, то просто нужно пожать плечами и все. Но если он сдержится, или он сам еврей тоже, и говорит, мне наплевать на традиции, там, я не знаю, не интересуюсь, ничего. Но я живу, и мы живем. Ты же со мной разговариваешь. Я стараюсь жить, не живу, стараюсь жить по традициям, по нашим книгам. Иногда у меня получается, иногда у меня не получается. Вот я тебе могу сказать, что у меня есть недостатки, я иногда спотыкаюсь, у меня не получается. Так что, видишь, не нужно язвительно со мной разговаривать, я сам признаю, что у меня есть недостатки. И все. Дальше надо еще подняться выше. И сказать ему, что ты думаешь, и на самом деле так. И я надеюсь, что так, что человек не глуп, может быть, и умный. Это хорошо. Поскольку так, давай задействуем ум. И будем говорить о высоких материях. А очень важном, об очень интересном. Ты знаешь о ком? О Всевышнем. О Торе, о наших учителях. Не обсуждать учителей, а обсуждать, что они сказали. Наши традиции. Ты хоть тебе это интересно? Нет, не надо. Да, пожалуйста, давай будем думать.
Зачем еврейский народ существует? Зачем мир существует? Какие наши задачи? Почему шаббат это шаббат? Почему кашрут есть? Почему Тора есть? Почему нужно молиться? Кому это надо? И нужно ли? Почему тфилин надо одевать? Почему соотношение между людьми? Вот видите, куда мы приходим с ним? Почему отношения должны быть дружбы? Почему отношения должны быть позитивные? Почему Творец мира хочет этого? Он хочет, чтобы ты, дорогой, да, чтобы ты тоже вел себя хорошо. И я должен стараться. Так что, если хочешь, будем друг другу помогать, если не надо. Но это та сфера, в которой я готов разговаривать. Он, допустим, не захочет, он скажет, что ты себя строишь, там тоже мне интеллигент и профессор. Давай поговорим то-то. Может, когда вернемся к началу моих советов, неинтересно, это мне скучно. Что ты со мной будешь делать? Я тебе заявляю, что мне это скучно. Поскольку мне это скучно, так зачем так у нас не будет диалога? Поскольку у нас не будет диалога, тебе будет тоже неинтересно. Так что давай закончим здесь. Хочешь продолжать? Давай продолжать о высоком. Я же исхожу из того, что ты высокий. Как правило, он не может сказать, да нет, или может разыграть, конечно, я человек примитивный, давай говорить только примитивный. Да, но я не вижу в тебе примитивного, я стараюсь сам тоже не быть примитивным. У нас не склеится ничего, у нас не будет разговора. Давай о высоком говорить. Вот примерно схему я вам теперь показал. Теперь вы там высказали мысль, чтобы не мстить, не пользоваться его методами. Конечно, нельзя им пользоваться. Вы живете не для него, вы живете для Всевышнего, для своего народа. Поэтому нельзя пользоваться дурными методами, нельзя его повторять. Если он не слушает этого, если не хочет поднять уровень разговора на правильный духовный уровень, это легко ему уже объяснить. А вот видишь, ты же сам видишь, что у нас не получится общение. И не получится диалог. Поэтому не надо. А если хочешь, пожалуйста. И так далее. Конечно, как любая схема, это только схема, но я полагаюсь на то, что вы сможете применить это в жизни. И главное, не расстраивайтесь. Это я автору обращаюсь, но и любому человеку. Не надо расстраиваться. Есть разные люди. И у нас есть чем заниматься нечто иным, чем, как вы написали, какие-то пустые разговоры или общение с язвительными людьми. Всего доброго, успехов и до свидания.